И вновь нелегалы. На этот раз миграционное законодательство нарушило общество с ограниченной ответственностью «Мечта». Частная организация, занимающаяся овощеводством в обход закона, предоставила на территории Мурома жилье иностранным гражданам. Однако мечтам мигрантов из Узбекистана не суждено было сбыться. В отношении ООО «Мечта» по фактам предоставления жилого помещения иностранному гражданину, находящемуся в Российской Федерации с нарушением установленного порядка, вынесено два постановления о возбуждении производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 18.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, который направлен для рассмотрения в ОМВД «Муромский». Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа на юридических лиц от 250 тысяч до 300 тысяч рублей.